Международный женский день, без сомнения, является самым нежным праздником весны. Какой подарок является самым желанным для главных виновников грядущего праздника? И как мужчины собираются поздравлять своих женщин, сейчас узнаем. Ну, в первую очередь, конечно, цветы. Что бы ни происходило вокруг, какие бы проблемы бы ни были, но для наших любимых, желанных, дорогих – это мамы, это жены, это подруги, это любимые женщины, это дочери, внучки. Конечно, поздравлять будем обязательно. На 8 марта, я считаю, это все-таки даже на цветы. Но так как у нас весна, и классически будет принято все-таки тюльпаном, будем дарить тюльпаны. Про подарки. Девушки, женщины, скажем так, очень сложно подобрать подарок мужчинам. Лучший вариант в нашем случае – это дарить сертификаты. Салон красоты какие-то. Ну, все-таки сертификаты, она сама выберет, что ей нужно будет. Что хотят? Духи хорошие, конфеты, шампанское, цветы. И к мужчинам мы тоже задаем вопросы, как мужчины готовятся к 8 марта обычно. Вот вы лично уже готовы? Ну да, потихонечку копим денежки. Чтобы хватило на все, что она сказала. Припрятали. Да, припрятали. Я своей этой позвонила невесте, что ты на 8 марта? Квартиру. Вот так вот женщины хотят. Дети обычно получаете подарок на 8 марта. Ну, когда что? Вот, ну, цветы обязательно. Цветы, духи, конфеты. Ну, все обычно. В наше время что было? Ну, такого даже уж... Радостное настроение. Вот это самое главное. Когда в доме все хорошо, всем все здоровы. Ну, как-то всем приятно быть друг с другом. Вот это, наверное, самое главное было. И когда в гости приходили друзья. Вот это был праздник. Обязательно цветы. Цветы обязательно нужно дарить девушкам, я считаю. Потому что они такие же прекрасные, как и цветы. Вот. А что девушки, в свою очередь, хотят получить от мужчины, обычно получают? Вкусно покушать. Счастье. Будем им дарить добра, будем им дарить, чтобы у них было хорошее настроение, чтобы у них был позитив. А подарки? Вы имеете в виду подарки? И подарки, и... Ну, я бы подарил бы золото, но пока нет у меня денег. Счастье и духи. Обычно получают цветы, конфетки, что еще, парфюмерию, наверное. Мамам цветы. Гипсофилы. Пожалуйста, отправьте этому молодому человеку обязательно, а то он до сих пор не знает. И еды вообще всегда прокатит. Еда и цветы. Все мечтают о разном. Кто-то мечтает просто о красивом букете цветов, кто-то мечтает о том, чтобы было рядом мужское плечо, кто-то мечтает о том, чтобы счастье было в доме, не было войны. Цветы, конфеты, внимание и хорошее настроение. Именно так совсем скоро мужчины будут поздравлять своих любимых женщин. А ведь можно и песней. Когда я вижу, как ты танцуешь, малыш, ты меня волнуешь. Когда ты смотришь так серьезно, малыш, я тебя люблю, когда ты...